В Залесовском районе, в селе Борисово, 3 августа пройдет третий межрегиональный фестиваль национальных культур «Елгань-Вастама», что в переводе с мордовского означает «встреча друзей». Впервые мордовский праздник провели в 2016-м, а годом позже географию участников расширили, и праздник перерос в фестиваль. В этом году свои национальные костюмы, песни и обряды на фестивале представят коллективы не только нашего края, но и Кемеровской, Новосибирской области, а также москвичи. Специальный гость – солист Мордовской государственной филармонии Андрей Бачканов. Гостей фестиваля ждет и большая развлекательная программа. Мастер-классы по плетению поясов, изготовление народной тряпичной куклы. Можно научиться лепить национальные мордовские вареники с необычной начинкой из обжаренного лука, мака и свежей капусты. Напомню, фестиваль пройдет 3 августа.